Итак, привет всем, дорогие друзья, с вами Вован, опять вернулся. Сегодня у нас очередной выпуск мод-обзора, и у нас сегодня Max Payne 2. Модификация под названием Gothland. Земля готов, можно если так привести, или земля в стиле готики. Как-то так. В общем, эпизод 1. Get the hell out of my church. Пошел вон с моей церкви. Так. Why I call it Gothland? I used to ask them back. Have you ever seen them down from above? The old churches, the medieval towers, you will see them everywhere. It's sure a gothic atmosphere. Да, это готическая атмосфера, так что, скорее всего, это именно земля в стиле готики. Surrounding the place. I moved here 16 years ago to serve the good lord and a few of us who still believe. В общем, мы играем за священника. Убей, не видно ничего из-за того, что FPS показывается. Так... Maybe I have spent too much of my life to this church, but somehow it has become like a home for me. Amen. Stand up, preacher, and I just thought God was speaking to me. Так. Hey, yeah, come on, Alucard, let's just whack the son of a bitch right away. He doesn't need to know why we're gonna do it. So your name is Alucard. Guess that's Dracula backwards, right? Блин, Alucard это Дракула зад наперед. Fuck. How original. So tell me, Alucard, or however your name is, are you really here to kill me? Так. В общем, эти ублюдки по бороде охренели того, что у нас здесь есть оружие. Смотрите, какая атмосфера. Атмосфера очень интересная, такая вот монотонная, но она невероятно интересная. А вот и мы. Новый стиль рисовки тут у нас здесь есть, вы можете видеть. И мы идем не сюда, а немного другое место. Так. Ладно. Ситуация такая, как это. Всегда должно быть оружие. И у нас оно есть. И мы идем как раз таки по это вот оружие. Прямо сейчас. Невероятно интересная стилистика в целом и дизайн. Смотрите на все это. Это не похоже больше на церковь. Это на церковь. Это больше похоже как на что-то, какой-нибудь загробный мир. Это очень интересная стилистика, как в самой модификации, будто бы человек, будто бы он либо уже в загробном мире, либо он невероятно быстро в него попадет. Я так вижу лично. Именно я. Но в целом все невероятно интересно. Пустынный орел. То, что надо для такого уровня. Погнали. Вниз к этим ублюдкам. Все. ХП восстановлено. А мы идем к этим засранцам. Одного можно постареть здесь. А, получил засранец. Музыка с Макса Пейна второго, как раз таки, зацените, послушайте. Музыка взята именно такая, которая вот угнетает, я бы сказал. Такая нагнетающая прям музыка для того, чтобы нагнетать атмосферу, которая здесь есть. Это невероятно интересно, невероятно красиво и невероятно такая вот стилистическая модификация в целом. Она очень интересна за тем, как она выглядит. Невероятно интересная. С дробовиком. Все. Так. Все. Chapter 2. Run, preacher. Run. No idea to stay and play. I did it in self-defense, guy. They are dead. And I am alive. That's enough to send me to a church in this town. И уже за нами приехала полиция. Как вы слышите? Также очень интересный элемент. Но именно... С эффектом замедления времени замедляются и звуки. Интересно.
Окей. Вот какой дух перед нами появляется, что такое уровня. Тоже очень интересный элемент. Так, they are here to kill you. But I guess you know that by now. Hurry up and find the grave of Leah Johnson. It will open up the rocks. You look just like... Don't worry, Prisha. Find the grave. We will talk later. Ладно. Полиция нам не помешает, я надеюсь. Надо найти могилу. Она отличается от других по той причине, что она вроде бы как много побитая, что такое вроде. Вот. И нашел ее. Раньше я, когда проходил, я, кстати, не мог найти эту именно могилу, и поэтому застрял здесь, но посмотрел прохождение. Вот. So, she was right. So there are actually an old tunnel through the rocks. It should dug down there. Be brave, preacher. Be brave. Be brave, наверняка, тебе написать, но написали be brave. We called you as fast as we had identified him, Mr. Archbishop. No doubt about it, it's him. My poor boy has been brutally murdered. I won't rest until I find the one who did this. As the Bible says, an eye for an eye. To be continued. Прохождение следует. Продолжение следует, точнее. Так. И это все. После этого больше ничего не идет. Наверняка будет уже дальше. И другая часть. Но это поправить интересно. Стилистика такая, которую я еще никогда не видел именно для Макса Пейна второго. Невероятно интересная стилистика и стиль. Нам дают смотреть. Смотри. Это не Макс Пейн. Это что-то другое. Смотри, какая стилистика. Это не модельки из Макса Пейна. Это что-то другое. И это в целом очень даже интересно. Меня очень заинтриговала эта модификация. Я хотел бы ее пройти в будущем. Полную версию. С вами был Вован. Всем пока.